Пришла весна, а с ней клещи. В краевом Минздраве предупреждают, в этом году ожидается рост заболеваний, которые вызывают их укусы, и напоминают жителям региона о необходимости защитить себя от клещевого энцефалита прививкой. Но при этом важно знать, она несовместима с вакциной от коронавируса. Главный эпидемиолог Министерства здравоохранения края Владислав Семеряков пояснил. Первый и второй компоненты вакцины от COVID-19 несовместимы с вакциной от клещевого энцефалита. В инструкции к препаратам для иммунизации от COVID отсутствуют сведения о возможности совмещения их с вакциной от клещевого энцефалита. Необходимо выдержать интервал в 30 дней после введения второго компонента вакцины от COVID-19 и уже потом делать прививку от клещевого энцефалита. При планировании вакцинации мы рекомендуем проконсультироваться с лечащим врачом.